целью. Попади в очко. Это которая рисовая. Так, давай, Пашок, сейчас тебе приглас. На лицо. Я тебя осуждаю за это слово, говнюк. Да ты... Хватит использовать это слово, пожалуйста. Это все можно. А вот на... P-Worl... Вместо названия «Злые и влажные» в CG можно было использовать название «Злые и влажные» ищут, как это, альтернативу. Ну чё, Кир, тебе там ещё долго или мы успеем в учебку сгонять с Пашком? Ну ладно, значит не успеем. Разница в 10. Выбираем сохранение из облака. И это все равно неправильный выбор. Потому что welcome to Ubisoft, bitch. Ну, кстати, вот на самом деле, если бы я сегодня не занимался тем, что Туксон отправлял... Нет. Ну... Я все жду вопросов. Но Twitch, да, записывает. Потом это на стрим-канале я буду выкладывать. Сука! Задрал. Да... Нейросети, вашу мать, хватит, блин, руинить. Я когда-нибудь стану популярным. Как его зовут? П. И. Ну, кстати, прикольная висюлька. Но у меня этот, у меня захват экрана чисто приложение идет, поэтому. Нет. Да. Короче. Который этот иней. Но это таки замороженные щечки во все поля, да. Ты зайдешь наконец, нет? Да. Давай. Я отвратителен независимо от всех. Да, расскажу. Короче, Туксон не заводится. То есть насос работает, двигло крутится. Но при этом он стоял перед домом. Потому что сдох он в Москве на объекте.
Вот, его отогнали перед дом, и после этого мы с Вадимом начали работать, ну, на объекте, где мы сейчас работаем. Вадиму там купил... Да, да, купился Ченган в промежутке где-то, чтобы Вадим мог ездить туда постоянно на работу. Вот. И, собственно, все стояло-стояло, а вчера... Собственно, я сегодня должен был ехать на работу, но при одном условии, что мне приедет металл для работы. Вот. А как выяснилось, металл приедет только во второй половине дня. Соответственно, мне там нехер делать и... Да, гнуть. Вот. И мать предложила, типа, давай мы Туксон... Просто идея какая? Что... Видимо, да. Туксон чинится, и за счет своей продажи уходит, ну, в пользу той... Нет, проблемы не было. Просто дело в том, что изначально идея была какая? Что я на пятнахе тащу Туксон. Туксон — это Hyundai Туксон. Это паркет весом 1700 килограмм. Не, он... Не, пятнах-то потянет. Проблема в том... Да, не, да потянет, без проблем. Дело в том, что я просто на самом деле не очень доверял того, что мать будет сидеть в Туксоне и своей женской ножкой вот эти 1,5 тонны тянуть без заведенного двигла. То есть, ну, сами понимаете, не работает вакуумник. Ну... Блять, у меня почему-то звук на... Так, ладно, я пока без звука игры в наушниках. Ну это ладно. Короче, я поехал сегодня на Восточку. Ну вот в эти вот все сервисы. Ну Пашок знает, где это, да? Вот, и начал искать дизелиста, который понимает что-то в электрике, в дизелях. Вот, проехал всю Восточку, в одной точке мне посоветовали, типа, а чё вы паритесь, дуйте на МАДИ. Вот, приехал я на МАДИ, мне говорят, ну, как, мы вам все, конечно, отремонтируем, все, что связано с двигателем и топливной системой, ну, это, считай, 70% машины. Но только в том случае, если вы ее снимете с машины и привезете нам. Там просто непонятно, в чем вообще прикол. Ну, двигло не сдохло, двигло работает. А вот хер его знает. То есть, ты когда включаешь зажигание, то насос работает, двигло маслает. Ну, пытается заводиться. Но при этом она не заводится. То есть, либо топливо не идет из-за мозгов в этот... What the... Уже на этом этаже. Вот здесь я Кьюху убил на 4-й метке. Где тебе? На этаже, где точка? Блять, мне. Ай, сука, меня с балкона. Так, а почему у меня не идет звук в наушнике? А! Потому... А нахера ты на второй этаж-то убежал? Я? Угу. Ну, а ловить говнюков, чё? Которые побегут с этого. Ты рук, ты якорь. Нихуя не роумер. Ну, я понимаю, но все-таки. Короче, сказали мне, что единственные нормальные дизелисты, которые можно найти в районе Зелька, на МАДИ. Mm-hmm. Я приехал туда, там мне сказали, что машину без машины мы возьмем в ремонт. А вот чтобы это, не снимать двигатель. Значит, им ее ставить некуда. Не, у них-то, они, короче, там у них охуительный дизель-центр. Но они, типа, обслуживают именно
как это сказать? Ну, короче, просто пригнать им тачку, чтобы прям вот в ней ковыряться, то это хер вам. Ну, сложная логика, неважно. Короче, в итоге поковырялись. Блять. Спасибо. Пожалуйста, я в дрон стрелял, извините. В общем, тем или иным путем встал вопрос. Либо мы с матерью гоним к Кулибину, который мне посоветовали в МАДИ, на трассе. Вот. Либо мы платим 2500. Ну, кстати, Пашок, что, собственно, я у тебя выпрашивал эту херню, я реально поехал на Азиз Азимыч. То есть это реально Азимыч? Да, это реально он. Причем, знаешь, я у него когда спросил, я вижу, что, ну, вы же мне говорили, что это наш бывший физрук. Да. Вот, и он вылезает, он, конечно, немножко, так сказать, оплыл по краям лица. Но все-таки... Я у него спрашиваю, типа, ну, такой ненавязчиво, а как вас, типа, звать? Говорит, Андрей. Я такой, извините, а вы никогда, типа, физкультуру не преподавали? 842. Говорит, да, преподавал. Вообще, на самом деле, меня Азиз Азимович зовут. Говорю, Он говорит, а как твоя фамилия? Я говорю, Яковлев. А что с тобой? Да, я вижу. Ты прям типа... над тобой, вот прям вот ровно. Че, они уже на Б? Блять. Я не, пока не полезу. Если он на меня спрыгнет, я его постараюсь цапнуть. Не вставай. О. А, уже на точках! Блять. Между точками шакал, у него. Я ему четверть снес. Три четверти. И он вместе со слэджом. Они между А и Б. Ах ты, блин. О, да, дробаш на такой дистанции не айс. Блять, я заблудился. Где? Куда? Направо. Еще раз направо. Убежал далеко. Далеко убежал. Где, налево. Сука? Вот лестница. Сюда вот. Да. А теперь на другое крыло беги. Тихо. Сейчас будет коридор, точка за ним. Проход слева и справа будет. Да. Вон. Да ладно, как что-то он какой-то так? Какой-то он странный этот слэдж. Ну-ка подожди, сейчас посмотрим. Пометили. Ну тут... Желтые точки были. Тебя пометили, Паш. Проход это понятно. Дрона. Кстати, Пашок, на будущее вот этот номер, ну, Азиз Азимыч. No. Короче, самая дешевая цена, которая... Может быть, можно найти в Зелике дешевле экватор, но я полчаса потратил, пролазил пол гугла с Авито, и нихуя. Потому что он берет 2500 из конца в конец, а... Все остальные как минимум 3. Ну, вот так. 500 рублей это небольшая разница. Ну, как бы да, но у них там, понимаешь, начинается типа 3, подача 40 минут, типа мы агрегаторы, там это вот все. Ты его не спрашивал, он и круглосуточный, а Зимыч-то? Ну, по визитке вроде, да. Скорее всего, не... Там же, где у нас... Просто он еще, мы когда поехали в этот ГСК, в 16 район, у него же там написано, что типа ремонт, там вот это вот все. Он просто подвязан в Зелике. Камера висит. Он подвязан на этот, на автосферу, сервис. Да ладно, я его номера... Да. В половине... Я эту визитку взял у них как раз-таки... Ну, в смысле, может, он, конечно, рекламируется по всем сервисам сразу. Да по всем, потому что... Я штырил в автосфере, в сервисе. Ну, я по всей Восточке просто его визитки... Не, ну это было бы логично, если он по всем этим рекламировался бы. Ну, просто он в Зелике, и, соответственно, он
на 500 рублей дешевле берет по азилю. Mm-hmm. Ну и норм. Так, вот тут. А что есть прям в окне? Убежали. Ну я вот смотрю. Там это калиб поставили алиби. Mm-hmm. Сейчас найду кого-нибудь. Или не найду, блять, сука, не дотягивается. А вот здесь дырки в стене, и там Барцухин ныкается. Ты, блять, ладно, в пизду пойду вниз. Ты не веришь или нет? Откуда? Элла за окном. Ну, в смысле, она в противоположной стороне от окна. Сейчас найду. Нашел алиби. Если за окном, она может быть в коридоре. Короче, нас поимели. Причем в сухую. Подожди, нас еще не поимели. Блять, мой дрон схомячили, что ли? Да. Валер, подожди. Куда ты без разведки? Я сканирую. У вас там жарко. Откуда стреляли по моему дрону? Блять, слева, там где призмали. Ну, окно. Там еще с другой стороны. Кир, нас прессуют с жопы. Блять, на длине, на этом же этаже через белые эти хуй. Да, правильно стреляешь. Там это была Валька. Справа. А, понятно. Молодец. А на точке чувак, который по нам стрелял, ты его убил? У одного кого-то я гранаты завалил. Может быть, нокнутого. Да, это был нокнутый, скорее всего. Но палили не из-за щита, палили еще левее. Да ладно, что там сиськи нет, давай залай. А, у меня за щитом. Блин. А, там еще снизу лежал кто-то. Или мне показалось? Нет, тебя убили, по-моему. Это он тебя и убил. Это мне так оружие упало, что мне показалось, что кто-то снизу еще по мне стрелял. Поздравляю нас, мы говно. Так надо посикать. Так, Яся, чё ты мне не пишешь-то, ну? Паскуда. И кот напал. Бум.
поезд сделал. Поезд. Это из какой-то из колды. Когда... Ну, там, короче, было не... нейропрограммирование какого-то чувака на слово «Trains go boom». Чего? Ну, это в какой-то из последней колды, там, нейропрограммирование, как в этом... как это... А, я понял, о чем ты. Это как именно, в Black Ops трушном в первом, да. Ну, так и там же тоже, опять же, Black Ops. Ну, тоже нейропрограммирование. А, это третий Black Ops, да. Мы нажимать-то будем, нет? Уще, Валер, нажми на свою писю. И что? Оттуда вылезет, выдавит оттуда что-то белое. А вдруг не белое? Тогда у него проблемы с почками. Я что, зашел гуглить проблемы, блин, почек, я не знаю. Бля, никогда этого делать не стоит, да? Это еще Джером Кей Джером, по-моему, описывал. Во времена Джерома Кей Джерома были онлайн-консультации? Был не Google, зато был этот справочник медицинский. А, да. Джером Каджером, как я любил произносить его в детстве. Джеромка. Это женщина. Это женщина. Бля, мы ебанутые. Кстати, вот это вся компания ебанутых сегодня умудрилась. Бля, сука, Пашек, вот ты зря сегодня не пришел на поляну. Ну, извините, я решал мировые проблемы. Да, ну, я как бы понимаю твою занятость, но тем не менее. Блин, сегодня просто был эпогей того, как... Прямо гей? Нет, тут эпогей. Нет, тут надо выделять слово... Ну ладно, пустим с геем. Что там случилось-то такое? Короче, Тимыч настолько... вот знаешь, как он этот... Какой красивый камешек, вот эта вот вся херня. Да. Он включил... 100-500, короче, своего убеждения, когда Колян предложил ему сходить в кино на Mortal Kombat на последний. Но. Чтобы, блин, Барс пошел. То есть... Тимыч выбрал, сука, единственного человека, ну, Барс сам, понимаешь, не совсем из нашей компании, то есть, ну, как бы, да. Но тем не менее, то есть он выбрал единственный выигрыш-вариант, чтобы не идти с Коляном и Белым. Они его уговорили, и как Тимыч там просто, вот, выражение «уш на сковородке», оно не передает вот этой всей херни. Когда Барс согласился, надо было просто... посмотреть в глаза Тимычу. Кто-то с парковки стреляет через окна в этот. Но кто-то либо косой, и судя по звуку, это не глаз. А, или глаз. Не только с парковки. Да, это глаз. Это глаз с парковки. Ну, глаз не совсем косой, ладно, я согласен. Там на парковке не только глаз. И стреляет не только с парковки. Но... Так, а я тут кого-то слышу. Около себя. Вот это где? А вот в лифте. Второй этаж над open space. С лестнички, мне кажется. Ну, вполне возможно, по стене лазит. Тащи по крыше. Потому что грохнули ковейру. А, да, моя мутилка тут поймала. Нет, они вот прям здесь где-то. Тихо. Ать! Пашок! Короче, с Open Space борода. Угу. Да, идет. Да, с Open Space борода. Тупой глаз. Да какого? В главном холле на Кайобе. Какого хера-то, блять?
Вот это ебать паника во все стороны. Говно ебаное. И вы таки еще хотите, чтобы я потратил 100 тысяч на новый комп? Чтобы меня тут анально ебали? Ну, вопрос, будешь ты получать удовольствие? Вопрос там, будешь ты получать удовольствие в процессе или нет? Подожди, я не понял. На Mortal Kombat что, вы реально собрались туда идти? Ну, так Колян сагитировал Белого, Белый... Ну, короче, Колян, Белый и Барс пошли. Тимыч не пойдет, 100%. Разочарую по поводу Mortal Kombat. Слушай, чувак, нам насрать на самом деле. В рот я ебал их Mortal Kombat. Я, кстати, тоже. Поэтому Катя идет туда с подругой. Извини меня за эту пошлую шутку, но потом ты, брат, ебешь ее, поэтому... Ну ладно, без подробностей, окей. Оставим это как есть. Да. Давай сойдемся на то, что я просто низко пошутил. Что ты крайне отвратителен. Как говорится, ты крайне отвратителен, я крайне отвратителен. Чё зря время терять, да? Да-да-да, типа того. А чё, третью каидовку уже отобрали, суки. Давно проснулся. Так, ну чё, глаз, давай-ка. Каид против глаза. Ай, сука, ты попал. Ай, бля, попал. Ух ты ж, блядь. Он на этой сидит или на тротиле? Он болтается? Опять... Нет, он на парковке опять бегает. Ну, может быть, сейчас попробую опять его подловить. Ай, блядь, сука, нет. Все-таки он меня перестрелял. Да, глаз на парковке. Не вижу его там. Если от нас смотреть, то он правее. Так, а у меня тут опять бегает кто-то. Да, видимо, они тоже самое решили сделать. Угу. Да ты заебала, ебучий докоебе. Ну, по камерам я пока никого не вижу. У меня вот тут вот. Уже нет. Но суть по звукам еще где-то рядом. И камеру сбили в главном холле. Блять, опять это Айкьюха, сука. Камеру в главном холле сбил я. Айкьюха в этом... Сейчас к лифтам придет на втором этаже. Синим светом, я не помню, свои или чужие подсвечивают, по-моему, свои, чужие. Свои. Да Кайоби не взломала камеры. Нет этой вотомарки, блядь. Все хорошо. Ай, Кьюха, сука, читер ебаный. Чтоб ты на дробовик села, пидорасина. Я тут, кстати, давеча пока стоял в пробке в малых веземах. Короче, нашел в группе, посвященной порнографическим мультикам, ролик с названием «Riding Shotgun». Ну... Изначально я ожидал просто какого-то траха. Вот. Потом там показали тёлку, которая передергивает шотган. Я уже начал надеяться на то, что там будет гура, там, я не знаю. А в итоге случилось так, что она вместе со своим напарником, парнем,
просто катаются в разных позах, убивают противников. И там, сука, никто из шотгана не стреляет. И секса не было. Это не там, где она в туалете мужика между ног прострелила? Да, 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 рисовка. Блять, такая. Настолько древний мульт. Ты только на нее наткнулся? Нет, нет, я его видел заранее, просто... Судя по всему, где-то в подвале. Ну, не, то, не кабинет директора... А, подожди-ка. А, эти, как они? Архивы? Да. Да. Я тогда камеру оставлю над open space. А, Валькирия бегает. Вот здесь, на четвертой метке. По второму этажу. Хоть не пинать, иди нахуй отсюда. Сука. Че, все втроем? Ну давайте, двое штурмуют, трое прикрывают. Хули нам, девочкам. Мировское окно. Звоню. Меня на лестнице. А то я за архивами. Еще в подвал идет. На синий. Ага. Ну-ка, сейчас. Нахер, я пошел. Минус. Вот. Это был Мэврик. О, не Мэврик, а это Мози. Там еще, сука. Там еще кто-то? Да, бандит, он труп. И мы тут сейчас я позвоню, там за окном слева, по-моему, был чувак. Ну-ка. Валер, ты где? Я убежал. Я понял, вижу. Я на точке. А, блин, со второго этажа сзади архивов. Валька. А... И на ресепшене еще кто-то. Пашок, это не ты там около меня? Нет. Он над тобой. Да, Паш, там где-то кто-то топает. Вот он, Валька, оббегает по коридору справа под тебя, Паш. Справа? Да. Ты точно уверен, что это я, а не Бак? Да вот он, ты сзади тебя, она по коридору. Да вот она! Это не справа, блядь, это слева. Блядь, это справа от тебя было. Нет. Ты право-лево путаешь? Блядь, я вот так стою, вот ну... это право, вот это лево. Блядь, коридор это уже почти сзади. Что сзади, ё-моё. Ну, короче, Валька уже труп, успокойтесь. А, ну пробивного нет у тебя, да? Ну, да и не важно. Оперирование на местности. А, блять. Ты мне веришь или нет? Да? Кооперировать на местности. Капроперирование на местности. Примерно так. Ну, кто о чем, а ты о жопах. Жопы. Срока. Сука, блядь, гуфи ебаный. Пошти. Смотрю, у вашего драгдилера свежая поставка. Видимо, да.
Кокаином. Жопа. Так, не open space. Так, подвал. Точно подвал? Я видел там вверх этой. Они там топают. Да, эхо есть. Привет, в боя. Комнатке точно есть, которая... Слышь, Ганс? Да, нашел уже. И чудовище у них есть. Это не чудовище, это женщина. Жизнь чудовищ важны, да, я понял. Это, знаешь, бог задумал это как женщина. Как это? MLM. MLM, во. Monster Life Matters. Нет, чувак. Что? Хватит бегать насчет камеры, ты дебил. Так, слушайте. А, блядь, я один со стороны Open Space начал. Ладно. Минус, не то егерь, не то бандит. А, егерь. Егерь, да. Там еще сейчас Гоя, может быть, минус. Нет, не может. Ай, сколько я ему оставил? Половина. Блин, а люк убрали, что ли, из Open Space в подвал? Нет, есть там он. Ну, в коморке, а второй? Есть он там. Да где? Где? В коридоре. Вот здесь люк был. Нет. Он был вот здесь вот в коморке и в соседнем зале. Ну ты, блядь, кинул. Похуй, главное, люк сломался. В соседнем зале как раз серверную ведет. Да похуй. На лестнице, вот здесь, где в северный. Гоя, перепрыгнул через щит. Это не я был, это была копия. Я видел. Ать, блять, в серверной эхо. Ой, блять, в open space, сука, на моем же этаже. То есть он не на точке, а на этаж выше. Сосалите. Да чё-то пиздец. А чё вы все через гараж-то полезли, я не понимаю. Я ну, через вообще кишку. Там было нас двое в скале. И одно чудовище нас всех развело. Ну вот, повелся на эти, как их, черные маракасы. Чё, блядь, кто-то занял моего любимого бака. Валер, стартуй там, где я, и спрыгивай в кишку, а я попробую сверху их войти. А я и стартую. Ага, окей. Я подумал и о том же. Кстати, мне странно, что делал Эхо в Open Space на самом деле. Его, конечно, то, что теперь дроны не невидимы, его, конечно, привязывает в определенном радиусе от них, но не настолько же далеко. Че, подвал? Опять подвали, да. Ну, то есть я должен штурмовать кишку. Задняя кишка. Вперед! В очко! Сэры. Чудовище. Ой. Нет, ты меня не видишь. Отъебись, я часть компьютера. Ору не есть. Ну, блядь, ну не ору. Ну, отъебись, сука, пожалуйста, от дрона. А, заебись, со мной Кали, блядь, пошла. Ну, охуительно, ёпка. Меня подожди, сейчас я приду. Ну, вот оно так. Ну, заебись. Заебись, ты меня... Да ты заебал, перезарядись. Пашок, давай, заходи. Давай, давай, ебаши его в жопу. Кого его? Ты где, блядь, вообще? Неважно. Где он? Все, минус Милуся. А, вот здесь пищалка ихняя. Я вижу.
Паш, контроль. Я сейчас еще дундушку сделаю. Ай, надо мной. Че, контроль? А это не ты, это баг другой. Да. Ну, вообще, я могу поприкрывать тебя со стороны лифта. Слушайте, у нас кто-нибудь на синий есть? Вижу дуру с щитом. Да, вот она передо мной. Слушай, можно еще что-нибудь повзрывать? Прям над дурой. Здесь дура со щитом. А, здесь окно. Сука! Заходи и по лестнице. А, там, давай взорвем есть. Люк. Я люк уже взорвал. Еще один можно взорвать. Там еще один есть? Давай, давай, ебашь его. Ну да, вот и все правильно, вот он. Она вот тут вот ходила. Вон она. Мира вот здесь. Меня ебашит эхо-дрон. Вообще нещадный, сука. Баг живой еще? Баг живой еще. Да ты заебал. Мир вот здесь вот, в красном коридорчике. А, Сифа кидается, сука. Все, уже не кидается. Они в глубине там, у них этот... Блять. Ой, надо было не танцевать, оставить. Блядь. Ты смертный, что ли? Я доигрался. Да баг, блядь, дурак, сука. Ну ёбано в рот. Какую катку слили, а? Ну да. Ну прикольно было, красиво. В некотором роде. Так, дайте я посикать, сбегаю, пурну заодно, окей? Молчание – знак согласия? Ну иди уже быстрее. Мне интересно, а он не мог сбегать, посикать тогда же, когда и ты, Паш? Не знаю. Мне кажется, у него по-другому это работает. Mm-hmm. У него не постепенный процесс, а квантовый. Внезапный. Да. Бац, и сикать хочется. Угу. А чё, вот он новую банку выпил, и сразу старый тесно стало. Что, блин, происходит? Сейчас поздороваюсь с белым другом. Он болевать, что ли, пошел? Смотря чем он здороваться будет. Может, он у него напердит сейчас. Хотя, подожди. А я это потом пойдет во встрим. Точнее, в запись.
Хотя, подожди, здороваются ведь, подавая что-то. А если он туда поссать пошел, то я не завидую его друзьям, блядь. Я не трогал. Так, вот такая. Нифига себе. Тут сайт Overclockers составил список компов, ну и протестировал их, соответственно, в ценовом диапазоне до 80 тысяч. И я тебе хочу сказать, у них есть тут комбинации даже с 20-й серии GeForce. Ну, скорее всего, зато сэкономили на камне, диске и блоке питания, который там на карпалях все это может вывозить. Нет, смотри, диски и оперативки у всех одинаковые. А, разница только камень и видюха. Производитель, мне кажется, разный. Или одинаковый, прям совсем одинаковый. А, смотри, что тут, к примеру. i5-9600KF это без видеоядра и без возможности разгона. То есть немножко порезанный камень. У меня похоже, у меня просто только... У меня тупо F без видеоядра камень. Mm-hmm. И видюха 2060. GeForce. Mm-hmm. Они до 80 тысяч уложились, по крайней мере, говорят. Ну, это что-то, мне кажется, это вот прям... Вот... Дальше, AMD-шка Ryzen 3 3100, видюха 2070. А там бунт этот не закончился еще на видюхе? Не, он, дай бог, к сентябрю закончится. Ага, так же самое я себе говорил в прошлом году. Нажимай, коль уж ты пришел. Слава богу, ты пришел. В самом лучшем случае он к сентябрю закончится. Сейчас другая проблема на этот бум накладывается. То, что дефицит на рынке твердотельных чипов. А это тебе и оперативная память, и кристаллы процов, и все остальное. Да. И это нам всем полный пиздец. Я тебе предлагал видюху. Сам отказался. А, потому что смысла нет. Ну, это уже, как говорится. Не, ну если бы ты мне предложил до того, как я у Витоса купил видюху, то, безусловно, бы да. Ну, блин, я, это же не я продавал, это продавал да знакомый. Понятное дело. Да, сука, хуль ты ливаешь, ты пидор, блядь, пятый. Осуждаю себя за это высказывание. Ух, гомеопат сраный. Логика. Валер, выпари сам себя за это высказывание. Осуждаю. Осуждаю. Блин, сегодня была вообще топовая шутка, на самом деле. Это как в этом, в коде да Винчи-то этот был священник-то ебанутый. Который сам себе плечи с колючками долбил. В какой? Это не священник, этот, который убийца? Принято было. Да. Ну, это в есть книге, ортодоксальное течение у католиков. Ну, там у Порыши. Флагелянта. Я помню, какой-то фильм был, еще показывали, что там чуть ли не традиция такая была, раз в год, короче, даже сам король французский. Ну, это идет, есть у католиков такое течение. Ну, да. Типа сам себя похлестал, а потом снова можно хрустеть булкой целый год. Да?
Так, кто ну, они как бы считают то, что тупо покаяться недостаточно. Нужно принести плотские страдания. Чердак. Там мьют. Не это чердак, течок. А второй этаж. Да ты что? Ну, точку да. Нашли? Нет еще. Чердак, ну, Валер. Летил-то на втором. Да, неужели пульс так успел быстро это? Это не второй, это крыша. На третьем. Ну, а чердак это не крыша? Ну, в смысле, Кир скачет дрона по второму, слышит звук, и я говорю, что это выше этажом. Согласен. Дай кошке пожрать твои цветы. На пол бегом. Да, там просто кошка цветы ее жрет. Сейчас попробуем. Я, конечно, не твичуха. Но все-таки. А вот здесь вот кто-то из сам себе и насрал. Молодец. У них два рекрута. Валер, тебя бегает с другой лестницы. Пиздец, я косой мудила, прям вообще край. Уф. Заебись. С другой лестницы въебало, два рекрута мне прибежало. Ну да не суть. Пашок, направо камеру поверни. Направо, а не налево, да. Вот. Вот там. Там чувак как раз справа снизу. Ну хорош, вот так держи. С двух сторон забрали. Ну я хотя бы бесплатно не отдался. То, что ты дорогая шлюха, не оправдывает того, что ты шлюха. Шлюха. Лишь бы было сила духа. Мне больше одной в день, по-моему, их сканируют. С разных магазинов ты можешь разные чеки сканировать. Мне больше одной в день. Ну, я попробую. Не больше двух членов в день. Но я попробую. Да нет, там просто у нас в торговом центре есть свое приложение со своими бонусами. То есть ты покупаешь в любом магазине торгового центра, сканируешь QR-код этого чека и получаешь бонусы. Это что за торговый центр? Крокус Сити, что ли? Здоровый? Нет, Кунцево Плаза. Что ты, блядь, за зумер ебаный? Так, маятилку слышу. И, судя по всему, она не в подвале. Кому маятилку, а кто-то скидку на 10% на украшение получил. Хорошо. Ну, так. Что-то я катаюсь по второму этажу и ни хрена не нахожу. Подвал, походу, дело реально. Даже в рифму получилось. Валера же сказал, что не в подвале. В подвале они. Ну, туда уехал дрон и... Они в подвале. Повторяю, шакал в кишке. Шакал в кишке. Пашок, у тебя пробивной есть? Не, сейчас я вешаю. Повесь его лучше вот сюда. Уже нет. Тварь.
Ладно, давай я через дверь залезу. Лошара. Ай, блядь, сука, ладно, третьего не смог. Пидор. Ганс, я отошел. Ай, бля, прям на мне, сука! Пиздец, под прицел, блин, нырнул мне говнюк. Как хорошо, что за мной этот шел. Интересно, а Каниёб на Твиче банится или нет? Поговори там с кем-нибудь. Так, а у кого тут есть что-то типа пулемета в обороне? У маэстро. У маэстро. Пулемет. Маэстро у меня нет, к сожалению. Купи себе маэстро. Тачанка типа пафосно слишком. Это не тот пулемет, который я хочу. О, тачанка, я хочу. Ладно, будем по классике. Фу, любитель классики. Amateur. Secure the area. Keep the bombs protected. Ну, у нас на точке Б уже дрон. Был. Судя по всему. Спрячь ноги. Спрячь ноги, сука! Блять. Ну ладно, похуй. Это ты там на лестнице? Нет. Я на лесенке, но около меня что-то происходит. Пиздец, какой-то происходит вокруг меня. Так. Ганс, жди. Уровень один, какой табак, блядь. Противоаллергическое средство. Кира, они не могли пробежать мимо тебя на лестницу наверх? Тампаш. Ну, что-то, судя по звукам, да, они уже плантят. Плантинг. Слева от входа. За ящиком. Где хуйня эта? Да! Ну как я его не зарезал? А нафига ты его побежал резать-то, блядь? Да потому что он прям за углом стоял. Смотри. Стрелять надо было. Да ну... У меня патроны кончались. Так, ладно, понятно, надо уходить в глухую оборону. Нету, что ли, у меня это?
Прикинь, Пандора здесь. Аленка. Да, идут связной, санлайт, соколов. Санлайт и соколов. Бывает. Что, золотое яблоко взять? Secure the bombs. Wall fortified. The wall's been reinforced. Device prime. Keep an eye on door. На сайте нужны. Doorway trap. 10 seconds left. Down to 5 seconds. Bomb location secure. Да. Ну, зачем? Хорошо. Угу. Окей. Спокойной ночи. До начала обязательно мотивировку. Есть? Валер, над тобой кто-то топает, причем так хорошо, да, топает. Да, я слышал, но я думал... Вот здесь что... люк сломали прям надо мной. С лестницы кто-то пришел, но я убил, Кир. И катается еще граната. Кир, на... Лестница, да, синяя, вверх, да, да, да. Пашок, не... все, уйди, 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 не пали. Я здесь, блять, я смотрю. Вы меня своей лестницей отвлекли, меня в спину зашли. Пробитый люк. Вот здесь вот. Блять. У нас на точке это невидимое говно болотное. Там уже плентит. Блять, вот у меня сейчас такое ощущение, что этот хер стрелял по дрону, а попал в меня. Да. А, нет, он меня увидел все-таки. Но, блин, он так вслепую по мне попал, что ну хз. Диффузер локейтед. Дисейбл ит. Ну, хорошая колода, что я их отдал. Снимайте. Ну все, все трупы, да. Успеют. Да. Пипец, она на этом маленьком пятачке лежала. Ну потно, потно. Это в холодильник убрать. Я хочу скидку в Пандору, чувак. Камера брожения. Кстати, Витос, фу, блять, Витос, Пашок, ты видел этот... Санлайт и Соколов. Видос, где с помощью нейросетки белый этот Витос сделал Ютач Металла. Нет, я видел, как там называется, который заставляет фотки двигаться. Да-да-да, блин, он сегодня, короче, я сегодня в этот... Пока по делам целый день катался... Ну еще вас сильно отличить от видоса, который реально двигается? Ну там видно, что да, там этот... Там смазывает всякая херня.
Ну, короче, цимис в том, что я сегодня выложил фотку. Белый загнал в эту херню. Помнишь этот мимас с Бэтменом, который такой... Да. Блин, так охерительно получилось, сука. Я ржу, так ржал с этой херни. Блин, я вот помню, что то ли на 7-м, то ли на 8-м андроиде можно было эти видосы ставить в качестве видеозвонка. Ну, вместо мелодии. Там через прогу специально. Это изврат. А вот на 10-м андроиде я хуй знает, как это сделать. Капкан сработал где-то. А, капкан в подвале сработал, где синяя комнатка. И один заинжуренный. А, может... Дакайоби с противоположного угла идет подвала. Скотина. Я одно деле не оставил. Где ты начал пишешь? Сука, как ты заебал звонить? Да ладно, он теперь, у нее теперь две звонилки вместо трех. Да вы нахуй издеваетесь? Хо-хо-хо! Расслабляйся, еще двое. Ать! Блять, на моем трупе этот... Она прям за стенкой валяется. Ну, нам, походу, пизда, да. А, то есть он бабку-то замочил. Ну, он ее заинжурил, он ее не добил. Потому что он выбегал и целился опять-таки же туда же. Ой, хоть пизда, блядь. Какой класс. У-у-у, сука, нахуй. Так, сейчас я запущу, на 2 секунды отбегу. Он опять, кстати, побежал? Конечно. Наверное. Засыхен, блин. Попробуй высосать столько пива, сколько он сделал. Я здесь. Чё за точка? Вент комната, первый этаж. Мы не нашли код в системе маркировки. Плохо. Гой с дробашом. Очередная попытка подружиться с этой шайтан-пушкой.
Ну да. Шайтан пушка это хорошая, это как ее дефиниция. Чё, блять? Ну это дефиниция. Там где латынь, хорош французской булки. Мэри, ну это, блять, ну высокообразованность, ёбана в рот, ну да. Ну, кстати, а что такое. Ну а что такое дефиниция? Ну, определение. Ну, в смысле, это прямой перевод? Не, скорее, это калька с английского. Я думаю, что типа ушлые товарищи могли видеть это. Да, того. Блять, сука, реально зря вот уменьшили это время. Это подготовку? Угу. А, бля. Эшка где-то заходит. Ну, мы слышали, да. Паш, по-моему, под тобой и Валер. Не, в СИСе... Между вами под вас. Я не знаю. CCTV пусто. А напротив главного хода двое, одного снял. Этаж первый? Первый. Второго тоже снял. Тут Мози в ружейке с кем-то воюет. Смотрю за ним. Ага. Хорошо повоевал. Молодец. А ты задолбал, а вот такая ебе. Принцесса задолбала. Я бы после первого уже такой выключил телефон нахрен и все. Нахуй вообще тебе телефон, если ты ебаный террорист, блять, удержишь заложников, я. Ну, это, кстати, да, тоже вопрос. Второй этаж, оружейка чисто. Валер, вот здесь вот на улице кто-то есть, прям под тобой. Ну, окно оно не ломает, поэтому мне как бы это. Ну, шо, Но на улице, в смысле, внизу, на первом. Да я понял. Ну, я смотрю. Вот она. Кстати, неплохой клатч получился. А, ну, кстати, да, она как раз стояла под окном, только не ломала его. Она не ломала моё. Я не ломал стекло. Блин, ну сквозь баба есть, короче, этот... Саше показали девайс, ну, программу на телефон, которая проверяет по QR-коду легальность товаров. Так. Угадайте, чем она занимается? На тебя навела? Нет, она щелкает все в доме. Подожди, а где у всего в доме QR-код? Я что-то не очень понимаю. Ну, уже несколько лет начали с алкашки и табачки, а сейчас продукты и уже вещи. Все? Вот, да, все суть. Дома, то есть все. Она открыла для себя едодил. Только для всех товаров. Как может быть нелегальная курица, объясни мне. Легко. А смысл ее ввозить, она стухнет, прежде чем ты ее нелегально ведешь. Ее везут в ближайшие там... Нет, почему? Фабрики. Почему? Там же легальность, это то, что он, все налоги уплачены и все остальное. А там, может быть, подпольно ее вырастили и вбросили на рынок. Самое простое – не печатать QR-код, если ты... без QR-кода реализация... Там QR-код. Без QR-кода реализация запрещена. Хорошо, а на паленой... продукции QR-код от чего? А он набит, но он не бьется. А, я он думаю, набит, там... но он не бьется. Там такое. Подставьте мурку. Так в итоге, на кой хер она это делает? Новый дивный мир.
Пиздец, нахуй. Технологии, блядь. Ну, а можно, кстати, следить от и до. Я, кстати, знаете что? Я думаю, что китайцы, кстати, сделали правильно. У них же нет RFID в этих. Это не очень к QR-кодам относится. Но у них вся платежная система в основном рассчитана на то, что ты наводишь на товар. Да, я знаю. Вот, они, камеру. Она у них завязана даже на соцсети. То есть ты зарегистрируешься в соцсети, в соцсети у тебя же привязана карта твоя банковская, и ты идешь в магазин не с карты, не с деньгами, а с телефоном. В этой соцсети есть считыватель QR-кода, ты хоп, и у тебя денежка списалась. Ну да. Это прикольно, конечно, я тоже про это читал. Потому что у тебя, по сути, в дешманских телефонах нету NFC-чипа. А так ты мог бы чувствовать себя человеком желтым. Не, ну китайцы в этом плане, да. У них там много таких вот различных разработок. Просто непонятно, почему в Европе именно NFC зашло. Потому что чисто технически камера действительно есть, блядь, везде. Ну, теоретически, но тут как бы база данных. Вот это вот вся хуерга. Что ты? Проверить, подделка твоя водичка? Нет. Я, конечно, понимаю, что я сейчас услышал то, что я хотел услышать, но... проверить, твоя вагиська или нет. Не вагиська, блядь. Я не хочу представлять, что там происходит. Блин, Ганс, давай быстрее. А, ты про топовский? Водичка, она сказала, глухая тетеря. Это не глухая тетеря, это моя личная испорченность. Ну, потому что. Зайчик, я немножко занят. Нами. У меня контакт. Значит, ты пидо. Блин. Пашок, если что, отступай. У тебя контакт где? Через на окно балкончик. Или... На балкончике. Через все. Окно, на балкончике, он там на веревке катается. Это фьюз, походу. Ну, хочешь, я попробую сделать красиво? Не надо. Плохо заканчивает. Он зашел. Нет, он не зашел. Это сейчас прибежит туша. Голограммная. Судя по звукам. Так они под нами, Пашок. Что ты, блядь, пугаешь, ебаный в рот? Я тут весь балкончик прошерстил. Еще и флехи вон в коридоре. Пашок, на мне! Сзади тебя! Сзади тебя развернись! Да-да-да, правильно. Убил его, нет? Нет. Вот он, сука! Сука, я валяюсь. Я понял. Ебать, у вас тут Вьетнам, нахуй. Джонни! Глюки, один деревьев. Сейчас, слева. Подожди, я за... Да, я вижу его, господи. Он такой пируэт совершил. Да, я слышу, Паша, что ку-ку. Хорош на него смотреть и дрочить. Спокойной ночи. На этот труп. Капрофил. Спасибо. Она сама закрылась. Господи, я так перепугался из-за этого говнюка. Что закрылось? Дверь закрылась у меня в комнату. Так, а у меня вот тут вот кто-то за стеночкой, судя по звуку. Или снизу, или сверху, я не понял. Ура, я живой. Программа минимум, да? А самое интересное, кто это, блядь, так топал? Глаз обычно так не топает. Жопа. Я фьюз убил. Точнее, ты убил фьюза, а не глаза. А, фьюза, да, фьюз. Блин, про фьюза забыл. Он тяжелый, он поэтому так и топает, блядь, как слон. Я потому что там и так, и сяк, и это, и того вот
того самого, и вот это вот все. И нота. Да, я знаю. Блин, в этих очках ворота такое ощущение, как будто ему глаза выдавили. Не знаю, я когда на него смотрю, я, мне почему-то сразу представляется Борис Гребенщиков. Очки, потому что эти уебанские. Да, да, да. Я вот сам бы себе такие хотел, только, сука, диоптрии в них хуй влез. Не надо, Валер, ты и так... Почему? В них влезай, диоптрии есть такие. Кстати, да. Это же самая простая форма, это круглая. Диоптрии сейчас куда только не врезают, а это одни из самых простых форм, которые были изначально. Да, но когда... Блять, это так не работает, пацаны, поверьте. Работает. Ты идешь в окульный магазинчик в этом, блядь. Окульный. В окулисточкарик, блядь, и прочее. Чувак, я тебе могу сейчас сфоткать свои очки, и ты увидишь, насколько... Это какого, блядь? Не бьется, что ли, дроном? Да, зацепился за хуйню какой-то на полу. Альби есть, блять. Я просто недавно ходил к этим к очканавтам и, собственно, спрашивал, чё почём. Не, чё почём, вопрос в день... Ходил к очканавтам. Это уже проблемы с очками? С очком. У меня как бы близорукость. Хотя я очки не ношу. А водишь ты как? У меня нет прав. Так он не водит. Нет машины, нет проблем, в принципе. Ну, в принципе, да. Звучит как решение проблемы, блядь. А, я знаю, так прикольно. Слушай, Кир, а у Сашки есть право, нет? Нет. Подожди, а как ты перемещаешься по нужным тебе местам? Перекатывается, блядь, жиром. Ой, сука, вот здесь вот кто-то стоит и меня сифой ждет. Угу. Я прям слышу, блядь, этого пидора. А, привет, пидор. Этот пидор был Мози, да. И он сдох, как лошара. Этого пидора я в Химках видал. Да. Деревянными членами торгует. Ох. Классика. Ты охуел, блядь, через стенку меня простреливают. Ты чё, ебаный, блядь? А дрон этот прыгает, нет? Это да, прыгает, взрывающийся. У тебя там чисто? Тут щит какой-то. И тут противник... Да, я походу кого-то нокнул. Ну-ка, сейчас посмотрим на килками. Да, вот там Да, он успел выбежать. Короче, я загнал чуваку под жопу это. О, нихуя, 3-0. Ёбна в рот. Это что за метла? Это нок. Это из этого... Как это? Ситком-то, блин. Сука, где рука бегала? Половые друзья? Нет, Семейка Адамс. Семейка Адамсов, точно. Разве изначально это ситком был? Да. По-моему, все-таки полметражка была раньше, чем ситком. Ну, блин, чувак, это какие там 50-е, 70-е годы? Блять, мне хуйня на бороду упала. Извини меня, тогда большинство людей не ходило в кинотеатры, а как раз телевизор начал появляться. Хуй его знает. Спальня президента. Ты знаешь, кто он? Парень президента.
Блять, это настолько подпидерски звучит. Да это песня этого Анакондас. То есть ты уже не стримишь? Нет, стримлю. Пидор. Бля, сука, хватит! Ваша мать! Пожалуйста. Ква? Я все осуждаю. Всех обсуждаю. И обсуждаю. Я просто хочу, как к тому моменту, как я стану популярным, чтобы название этого канала не забанили. Да тебя никто не смотрит, успокойся. Ты не станешь популярным. Ну зачем? Ну почему так сразу и поддых? Ну, господи. Блять! Я мудак! Ты просто конченый мудак! Блять, а почему в общий чат говорил Паша, а у меня отображалось то, что говорит Валера? Потому что Валера тоже говорил. Я ебать мудак, сука, я уберу эту C4 ебаная, сколько можно уже? Я ее все время кидаю вместо щита этого сраного. Ебаные тайминги. Ты не боишься, что тебе в ушко прилетит, Ганс? В ушко прилетело, да? Я просто привык, что эти окна, блядь, не простреливаются. Ну, всеми, кроме Кали и Глаза. Ну, кстати, глазом нет. А разве ему убрали эту возможность? А я вот хз, я просто не слежу за обновлениями. Так, это ебаное говно, все, я теперь не буду никого подрывать. Как ты вообще ее бросил, вот объясни мне. Потому что я все время путаю именно ногою почему-то. Вместо того, чтобы поставить щиты, я кидаю сраную C4. А когда что-то... потому что у тебя подсознательный щит, это на Г. Да, а когда я пытался ее поднять, я нажал не на то, что надо. Потому что А и F, оно там, ну, как бы G и F, оно там рядом. Ну, там это, блядь, очко, пизда, блядь, ну, где-то там рядом, короче, похуй вообще, да? Ладно, это была низкая шутка, согласен. Хер, вот так лучше поставить. О, сюда поставлю. Художник узнает, дай пройти. Так, главное теперь не подорвать, блядь, собственно, щит. То я могу увидеть. Ломец. Причем и у них ин есть. Да пиздец ты меткая, сука. Шаромет А-15 левел, блин. Сука! Инь, бронированная тварь. Мы с вами попались на смурфов. Видите, у них точка А у всех. Они в команде играют и смурфят. Что такое смурф? Нет. Ну, это платина, когда хочет взногнуть, создает нульцевый аккаунт и идет в нубятину. Тихо. А, ну нахер с ними. Что-то как-то не похожи они на платину. Ну, я образно. Это команда. Да, они пятером в команде. Вы проигрываете?
Кто-то, по-моему, ход попался. Нет. Это уже труп такой. Че так долго не пялился? Ты? Сука. Ать! Ёб твою мать! Пиздец, она меткая, да? Нет, дело не в том, что она меткая. Она спалила, с какого угла я стреляю. Она поэтому и пробежала так быстро. Потому что я на этом, собственно, Кале подловил. Вот эта дура меня оба раза убила. У-у, сука, нахуй. Ну, бывает, чё. Не, ну, ребята а-а-а, молодцы. Тут чё с них взять? Сейчас опять против них. Смысл есть, вы уже играете. Ты ничего не понимаешь! Мы должны вырвать у них очко. Угу. Победное очко. Хотя бы единичку. Locate the biohazard container. И да, они нам дают такой шанс. Да они угорают, ё-моё. Да это понятно, но, блин, чувак. Ну согласись, что если бы они были потупее, то я бы мог затащить этот катку. Спампик будет. Паша! Что? Спампик, я говорю, аккуратней. Я знаю. Передо мной вижу. А, это не ты. Я за тебя. Блять! Сука, а хули за мной никто не шел? Я не... Ебанутый. Ты ебанутый, блять. Блять, вижу. Сука, пиздец, слез, как говно просто ебаное вообще. Ладно, все, я прошел все 5 стадий, я успокоился. Бля, просто против людей с таким аимом выходить в лоб, ну это такое. Он вообще-то щитовик, как бы. Ну как бы да, если бы за мной кто-то еще шел, я бы его и уебал, или человек бы его. Ну вот типа того бы случилось. Вот он, вот тут вот, бегает, вот здесь вот, вот где четвертая метка. Пашок к тебе идет, Пашок по твоему этажу идет к тебе. Тут Кирм под тобой. Я знаю. У Пашка. На трупе. Кир, прыгай в люк, блядь, быстрей. И направо, да, вот. Красавчик. Нихуя. Он, оказывается, последний был. Да, он последний. А чё я тебе говорю, что он это... Ну, хотя бы один вырвали. Нормально. Ну, очко вырвано. Белый сегодня был с вами? Нет. Был. А, ты про вашу попойку? Да. Да. Валер, ты там ролики-то пилишь? Нет. Ты сам знаешь, кого ответ. Сэра, ответ. Да. Заднеприводного. Гомеопата. Чувак, у меня сегодня первый выходной за 1.5 недели. Во все остальное время я встаю в 7:30 и в
7 часов выезжаю. Ну, потому что странно, да, один выкупает вообще весь хлеб. И домой приезжаю в районе 8-9 часов. Как-то странно горит двигатель. Искры есть, пламени нет. Ну, искры от короткого замыкания. Отсюда нет, идет. Чувак, оно дымит так, что пиздец. Тут явно что-то горит. Но пламени нет. Ну, может нет. быть, внутри там что-то горит. Совсем внутри, имею в виду. То есть ты сейчас здесь видишь только турбину компрессора, а гореть может быть дальше, за ним. С учетом того, что там камера сгорания, то... Камера сгорания вообще с другого конца. Нет, она внутри. Она ближе к соплу. Передо мной двое. Кавера на лестнице. Кавера на лестнице. Передо мной кавера и Элла. Второй раз такой проканает? Или меня там сейчас будут встречать? Опять помрешь. Ну, судя по тому, как у него заплетается язык. Кто за... Кто за Флорс сейчас был? Лох какой-то рандомный. А, ну понятно. Ну, потому что он за моей жопой взорвал своего дрона и, собственно, ну вот. И получилось. Потому что он хоть я проект не смог. Ну, долбоёб. Блять, так и знал. И опять этот добанный шмуер, какой вот там, блядь, пидор, блядь. Да что за хуйня-то? Осуждаю. На что он вешает этот сраный капкан-то, блядь? На косяки. Ах ты дропшотер ебучий. Напишите им fuck you. Да, похуй. Да. У них, собственно, вот этот придурок всю катку заточил. Эй, черт. Угу. Ебаный. Уюганы. Уюбаны. Пи! Дары. Пошел нахер. Цэ... Фагором судья. Теорема ебаначи. Где, блять, фавелы мои любимые? Хочу фавелы. Я так понимаю, это раунд последний, точнее матч? Ну, наверное, да. Из чего ты сделал такие выводы? Ты теряешь человеческий облик. Я теряю связь с реальностью. Да. Начинаешь ее пинговать рогами там и так далее. Сука, как эти, блядь, как дельфины, которые... Да, да, да. Не въебаться в скалу. Рык-сигнал. Такой, а, ага. Монитор все еще здесь. Монитор передо мной, так все. Слышишь, Паш, у дельфинов эхолот, а у него рыголот. Рыголот, да. Рыголот. Звучит как название замка. Гарлсон. Ты этот Гарлсон, который живет в подвале.
Рыгарлсон, который живет в подвале, да. Любит малышей и пиво. Так, вот это вот не надо. Он только мальчиков. Да, ну да. Взрослых только. Баклаху пива. Нет, вареник, нет, это мальчиш плохих. Печень наружу просится. Неужели я много прошу? Я всего лишь прошу, нихуя не делал же, блять, я дохуя денег. Ну, можно даже не дохуя денег. Ну, у тебя есть вариант пойти работать проституту. Проблема в том, что все равно надо работать. Нет. Ты булки раздвигаешь, нихуя не делаешь. А что, ты при этом не работаешь, что ли? Сука, блять, каверы на мне. Допрос. Да, допрос. У них мози есть. И вас всех спалил каверы. О, кстати, они анимацию починили наконец-то. Анимацию чего? Ну, допроса. Теперь она пиздец кривая. Вот здесь вот бегают перед сейфом в коридоре Каид и этот, блядь, лосьон. На какого ж ты, сука, мать твою? Нет, это не ты меня. Это я тебя. Я стрелял по тачанке, то я нокнул. Мне даже написали то, что хорош стрелять по своим, и он мне висит красненько. А тебе да? Надо... Да. Вариант. А теперь надо вырезать это в нарезку. Это ты меня? Нет, это я тебя. Ой. Да, чё-то плыву я, товарищ, как старый Брежнев. Старый становлюсь. Ближе к Ельцину. Да, с каждым всё ближе к Ельцину. Hello, guys. Это что? Ему будет старее. Слушай, переводчик. Так, переводчик, иди нахуй. Сука, напугал. Да, это какой-то, как этот Маковеев, блять, у Карамышева. Это какое-то незапланированное социальное взаимодействие. Дракон, да. Кава есть. Какао, какао. Ку-ку-ку. Блять, походной хочу, сука, на работе нормально. И когда тебя из этого анального рабства выпустят? Анальное рабство, мне нравится. Когда найдут второго человека, который будет делать все, что делаю я. Ты же заработаешь меньше. Нет, не заработаю. Там такие объемы, что мама не горюй. Ой, нихуя, тут передо мной колюшку кинули. Кир перед тобой там бегал. Да, скорее всего. Минус колюшка, да.
У кого пробивное есть? А, вот слышу. Блять, что ты творишь, а? Надо мной кто-то, блядь, бесится, сука. Я прям слышу. Ай! Блядь, реально бесится. Сука, Орикс. Над драконами. На метке. На первый, на красный. Нет. Уже, блядь, сука... Кто спалил его, блядь, это и... Ну, неважно. Сейчас, уважаемые зрители, вы прослушали неконтролируемое звукоизвержение. Угу. Как и вообще все происходящее здесь? Да ну нахуй. Почему они так легко попадают в нас, но нам так тяжело попасть в них? Может, мы у них не двоимся в глазах? Да. Так я же не за себя спрашиваю, а за это. За все остальное против всего хорошего. Ну, у меня 3 фрага. Но их-то 5. Как ты... Как ты можешь объяснить мне то, что 2 человека прошли мимо тебя в этом раунде? Ты кого пытаешься косплеить? Уёмость, Дон Корлеоне! Ты больше напоминаешь этого пидорскую бабу какую-то с сиплым голосом из какахи. Ну я же пытался. Хуёво. Видишь, он уже даже не реагирует. Я же хочу изображать вот этот классический голос. Я вообще не знаю, с какого хера он у меня проснулся. Заснись назад. Да. Соснись назад. Блять, горюшка, сука, корюшка. Корюшка, это рыба такая, плотвичка. Плотвичка. О, есть одна у меня прикольная история на тему ловлю рыбы. Клюнул. Не надо. А чтоб тебя, что тут мешается? Паш, по крыше тут топает у нас тут. Ждем. Я всю точку в этот Суриме закидал. Если что. У меня. Ну вот.
Блять, сука! Заебись, блять, блиц свою же пристрелил. Блиц, передо мной Кир, мне нужна помощь. Если ты еще живой. Пристреливаюсь. Ну, все, пиздец. А не заходь через туалет. Не только. Я бороду снял в другом месте. Там блиц и этот... Блин, ну как ахами швед, который кидается? Был там, был. Я видел. Ты им сейчас не дурак, в жопу зайдешь, хорошо. Нет. Не ждет. Кир, там двое. Этот... Да. Краса... Ой, я молодец. Говорю. Красавчик. Неплохо. Заебись. А почему не мой... А, потому что Нокты ты последним был. Угу. Блять, заебись. Я на втором месте, у тебя 6 фрагов, у меня 0. Я на втором месте. А я на третьем. Одним. Что не менее... Нет. А, тоже с нулем. Тоже с нулем. Я не понимаю этой логики, если честно. Ну, у нас последний пятый, он только подконнектовался. У нас, видать, кого-то кикнуло. Ну вот чувак, который кого-то убил. При этом ни разу не сдох. И в то же время нихуя больше не сделал. Да, но я вообще ничего не сделал, и просто сдох 2 раза. Кстати, он не мог ничего не делать. Он, видать, тоже недавно подключенный. Сложна логика. Автоматы. Слышь, тебе там помощь нужна? Не знаю. Это опять баба бежит. А может и нет. А, там блиц в этом окне. Блиц вообще-то вот здесь, в комнате. И там помимо него еще Мэврик, по-моему. Нет, да. Это было душевно. Этот с автоматов лезет... Блять, ну с копиями это хуярга. Блять, сука, нахуй, ну все убейтесь от нее, а? Я промазал.
Пашок, поли этот коридор, я с противоположным тогда буду контролить. Она там же все еще на улице. Mm-hmm. Вот. Паш, уйди от окна. Пускай она запрыгивает. Копия. Это копия! А где, сука? Где она там была-то? За тебя. Блин, ты долбоёб, что ли, а? Ты не слышал, как она копию развернула? Я поэтому побежал. Ну, так я просто думал, она за углом. Потому что я думал, она за углом сидит. Мы проиграли за тебя, Пашок. Иди нахуй. Потому что ты не смог опоздать. Иди нахуй. Сказал человек, на которого она выбежала. И да, вы вообще, и... блядь, все туда синхронно. 5 человек побежали и сдохли об нее. Один за одним. Ну потому что сиди, блядь, и не выебывай. Сидишь, сказано было. Ты сиди, ну? Ты сидел и что? И ну и что? Ну она туда-сюда это дрифтила в разные стороны. Вот и вот. И вот это вот. Ты же знаешь, в каком я состоянии? Нет, ты это, полез, это, блядь. Это отягчающее условие. Нет, это облегчающее. Отягчающее. А, ну то есть я виноват, да? Ну, если ты так хочешь думать, то да. Сам сказал. Я-то хочу, чтобы это было... Наркота. Облегчающе. Блин, сука, надо было это убрать. Мозги есть. Ладно, я всегда могу сказать, что я это сделал ради того, чтобы раунд выглядел интересно. Угу. Свали нахуй отсюда, не пали меня, дебил, блядь. Именно так. Вон это вот. А, ты для себя хочешь? Что ты делаешь-то, идиотина? Сейчас ты дырки понаделал во всех окнах, блядь. Сейчас после этого раунда. После этого раунда все сделаю. Третий раунд. Вот все в теме же идет другие. Сука! Ну, логично, да. Как он меня пристрелил, если я видел его ноги, он меня вообще никак не мог видеть. Ну, вот как-то вот так. Это какое-то говно.
Ну, судя по облику, блять, этого, ну да. Все, пора спать. Всем пока. Да, чмуки ловки.